Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и у меня для вас свежие новости по патчу номер 3 The Isle of Rima. Знаю, что многие из вас, как и я, ждали нового патча в начале февраля, а потом, как было слышно из одного источника, новая обнова должна была выйти 26 февраля. Но на дворе уже март, и снова ожидания, куча вопросов, где обещанный патч? Давайте по порядку разберемся. Во-первых, что нам принесет новая обнова Эвримы? Нам должны принести рыбную ловлю. Да, рыбу, которая будет обитать в реках и озерах Исла Эспера. Игрового птеранодона и самое зловещее существо водного мира Дейназуха. Вроде бы все хорошо. Существа были полностью готовы. Птеранодон имеет хорошую механику движения, пикирования, взлета, атак других мелких дино. Также можно спокойно, пикируя с неба над рекой или озером, поймать рыбу. Да, самое главное не врезаться в дерево, иначе наш дино просто шмякнется на землю. Но вот из-за последнего дино, обитателя болот Исла Эспера, Дейназуха, стоит весь процесс выпуска третьего патча. А именно, проблема в том, что разработчики никак не могли исправить проблемы с его движением и некоторыми механиками захвата, жертвы и атаку. Динозавр смотрелся статичным, и при захвате в свои огромные челюсти жертва тоже смотрелась неэстетично. Дейназух тащил свою жертву под воду, и это смотрелось довольно забавно, подобие тому, как будто бобры строят плотину и перетаскивают застывшее бревно в своих зубах. А еще Дейназух проваливался сквозь текстуры дна в реках и озерах и застревал на поверхности земли. Но буквально 3 дня назад разработчикам вроде как удалось устранить данные проблемы, и Дейназух проходит полноценный игровой тест перед выпуском нам третьего патча. Скажу еще так, это касается и меня, и всех тех, кто часто задавал мне вопросы на стримах. Sky, когда третья обнова Эврим? Конкретно, опять же, я сказать не могу, но если ты немного шаришь в английском, то переведешь. Я могу лишь знать день недели. Пятница. Но какая именно? В этом месяце, надеюсь. Опять же, точной даты нет. Но скажу еще кое-что со слов разработчика. Патч номер 3 планировался в залив Эвримы в феврале. Да, подчеркну, с забагованным и не имеющим нормальной механики Дейназухом. Да, они хотели залить нам хреново играбельного Дейназуха, чтобы мы с вами хотя бы поиграли, потестили новых дино, но согласись, опять все бы игроки стали кидаться тухлыми яйцами в игру, и, налетавшись чисто на птерах, половив рыбку, убежали с серверов. Поэтому сам разраб приостановил выпуск третьего патча и решил довести нам все до ума. И плюс ко всему привнести в игру новых плюшек и вкусняшек. Вот о них мы сейчас и поговорим. Секундочку. Появилась инфа до некоторого времени, что основную ветку Ислы закрывают навсегда вместе с выходом третьего патча. Многие игроки испугались. Сразу скажу, что это утка, слухи, провокация для сборища сплетников. Разработчики сами были шокированы от этой вести, сами того не подозревая. Был задан вопрос, реально закрывается Legacy? На что поступил ответ. Что за бред? Кто это придумал? Нет, Legacy не закроется с выходом третьего патча. Да, конечно, когда-то те же ребята нам сказали, что при выходе всех на настоящий момент готовящихся 7 патчей Эвримы Legacy полностью закроют. Но это еще пока тоже неизвестно. Так что повторю, Legacy не закрывается. Касаемо новостей, что в третьем патче нас ждет фракция людей. Да, вроде бы как люди в Эвриме все-таки планируются, но не сейчас. Первая фракция людей появится не скоро. Возможно, с выходом 9-го обновления, когда будет искусственный интеллект Рекса, будет существовать Лига людей, воинов, военных, не каннибалов. И это уже будет связано во многом с лором самой игры. Помните, я вам рассказывал в одном из видео про лор основной Legacy? Так вот,
он будет во многом связан с Эвримой. Даже есть слухи о том, что, играя за людей, будет не просто тупо бегать по острову и отстреливаться от динозавров, а еще будет какая-то непонятная система крафта. В игру же нам готовят большое количество зданий. Вот их нам и придется оборонять и восстанавливать от набегов ютарапторов и других дино. Только, по моему мнению, люди в игре все-таки это полный бред. И доступны люди будут вроде как не на всех серверах, и опять же по желанию включение их в игру самих владельцев серверов. Система кровотечения. Нас ждет большое изменение в прямом смысле этого слова. Кровотечение будет усиленным. Теперь оно будет играть большую роль в схватках, так как атаки динозавров смогут наносить наибольший урон, уменьшая скорость регенерации. То есть просто побегать с капелькой крови в нижнем правом углу вам не удастся. И даже валяние в грязи вам не поможет хорошо. Скорее всего, валяние в грязи вообще будет лишь скрывать запахи крови на земле, так что советую не бегать, иначе вас убьет блит. В этом месяце разработчики также проделали огромную работу над звуками для воды и полетов. Звуки подводного окружения были намного переработаны специально под каждый вид водоема. Болота звучат тише, океаны бурлят и пенятся от волн. Можно услышать течение рек, а под водой низкий гул. Погружение в глубину. Чем глубже ныряет игрок, тем слабее будут слышаться наземные звуки. И тем заметнее будут звуки подводного окружения, включая стоны, зовы других динозавров, которые могут обитать на глубинах этих озер. Еще интересный факт, что созданы звуки сердцебиения, которые появляются и усиливаются с потерей кислорода. Это придаст совершенно новое ощущение подводному геймплею, особенно если учесть способность Дейнозуха утягивать Дина под воду. Добыча Дейнозуха будет слышать глубокие тона подводного окружения, звуки собственных попыток спастись из-за его челюстей, биение сердца и вихри воды. То же самое с Птеранодоном. Звуки окружения начнут изменяться, когда он взлетает ввысь или опускается на землю. Для Дейнозуха были созданы более детализированные звуки воды, включая звуки погружения, всплытия, входа, выхода, падения в воду. Немаловажный момент, звук хруста костей был добавлен к анимациям поедания, чтобы придать Дейнозуху более угрожающую аудиоэстетику. Помимо всего прочего, будут обновлены природные звуки, зовы других динозавров, полеты Птеранодона. Птеранодон стал плавнее тормозить, замедляться, что даст игрокам более точный контроль над приземлением на сушу. С другой стороны, при спринте теперь возможен более быстрый полет. Есть ускорение и замедление. Также мы можем постепенно менять направление вверх-вниз. Небольшое исправление управления тенантозавра. Это касаемо его атак. Левой кнопкой мыши использовать теперь мы будем атаку для укуса, а нажатие на нее в сочетании с клавишей Alt выполним атаку когтями. Также разделили брыкание и удар хвостом. Так что последний используется только тогда, когда удерживается Alt при нажатии правой кнопкой мыши. Также что касается системы спавна. Она по-прежнему будет рандомной в пределах выбранной области, но более ориентированной на тип вашего персонажа. То есть водные будут появляться рядом с водой, птеранодоны на каких-нибудь высотах и скалах. Тенантозавры и стегозавры будут спавниться на широких полях с густой растительностью, карнотавры и ютарапторы возле человеческих построек и в густых лесах. Еще разработчики исправили неточные значения веса для третьего обновления. Теперь вес динозавра будет лучше совпадать с его размером. С изменениями веса можно будет заметить изменение роста динозавров,
в особенности связанные с Карнотавром и Тенантозавром. Для чего это было сделано? Логично. Для правильного игрового баланса. Карнотавр остается самым быстрым динозавром на Исла Эспера и в основном будет охотником на мелкую дичь, который будет сосредоточен на преследовании всего, что меньше Тенантозавра. Тенонто сможет на равных бороться с Карнотавром. Помните про его оглушающие атаки? Пользуйтесь эффективно, с умом. Ну, а также вторая причина уменьшения – это реализм. Ну, я думаю, что у меня пока на этом все. А на дорожной карте мы с вами можем посмотреть, что тесты предстоящих существ уже идут. Я, конечно, всех вас понимаю, что очень хочется уже опробовать новую Эвриму, новый патч, но давайте чуть-чуть потерпим, ведь мы с вами уже и так знаем этот день недели, пятница. Пусть разработчики доводят до ума реализм, правят все баги и прочее, и в скором времени мы, возможно, увидим третий патч, без всяких каких-либо глупых мелких ошибок. Ну, а если тебе понравилось данное видео, пальчик вверх, подписочка на канал, обязательно нажми колокольчик, дабы не пропускать наши новые новости по Эвриме The Isle. Ну и повторюсь, да, пятница. Всем пока.